Меня зовут Вертелова Екатерина Константиновна, я врач-дерматовенеролог, косметолог, в профессии уже более 22 лет. Закончила Московскую медицинскую академию по специальности лечебное дело, затем ординатуру по дерматовенерологии, специализация косметология, трихология, училась лазерным технологиям. Ну, собственно говоря, учиться продолжаю и сейчас, потому что в нашей специальности без постоянной учебы невозможно. Для меня косметология – это, наверное, художественная реставрация шедевров, потому что каждый человек прекрасен, в каждом человеке есть Божья искра. И наша внешность, она всего лишь немного, наверное, можно сказать, портится с возрастом, появляются морщинки, где-то блекнут глазки. И наша задача как косметологов, наверное, как фотошопом или как реставрационными инструментами, привести шедевр, вернуть ему былую красоту.